Сынок, если ты читаешь это завещание, значит, меня уже нет в живых. Я всегда любил тебя, хоть и не показывал этого. И сейчас я открою тебе одну тайну. То, что мы всю жизнь скрывали, но о чем я больше не могу молчать. Сынок, дорогой мой Барух, наша фамилия Кац совсем не польская и даже не немецкая. Может, это тебя удивит, но да, сынок, мы евреи. Да-да, Боренька, вся наша семья, мы евреи и даже ты. И хотя наша семья никогда не праздновала еврейские праздники, знай, что в душе мы этого очень хотели. И поэтому я прошу тебя, пожалуйста, отпразднуй ближайший еврейский праздник. Пусть это будет моя последняя просьба тебе.
яду, недорого. Я хочу отпраздновать Хану. Яд вам в этом деле не помешает. Дедушка, он сам отпраздновать хочет. Ну, хочет, пусть празднует. А мы? Ну, надо, и мы отпразднуем. На Хануку зажигают 8 свечей. Значит, нас трое, нужно найти еще 5. Зачем? Сделаем большую ханукию и будем радоваться. Да? Дедушка, и мы поможем Хануку праздновать? Ну, конечно, поможем. Что ж, мы не евреи, в конце концов. Роза, иди готовь свечки. Ничего не ловится! Документы
Вот вам, пожалуйста, посмотрите. Похож? Могу в профиль стать. Этого нам не надо. Мне ваш профиль и так видно. Так. Израиль. Ну, что ты робишь такое, а? Ну, ты можешь туда. Это у вас фамилия, это как не наша. Чья б корова мычала? Я. О, а ты ж вовчик. Чей будет? Воля. Как? Нинец, чи шо? Тоже нет. Да. Шустрый хлопчик. Чем торгуем? Да мы не торгуем. Мы собираемся Хануку праздновать. Да-да. Шо? Ну, Хануку, это такой веселый еврейский праздник. Ну, праздничный это хорошо, а служба есть служба. Ваши документики. Аристарх, Василий Аристархович. Сирым, чи шо? Чем торгуем? Кто торгует? Я торгую. Я ничем не торгую. Все даром, все бесплатно. Мы вообще-то гуляем. Дышим свежим воздухом. И вообще-то собираемся праздник праздновать. Это, хачапури. Нет, храмы. О, гражданочка, ваши документики. Мои? Мои документики? Ой, вы не поверите. Вчера вечером мы гуляли по парку, кормили голубей. А вы любите голубей? Кто голубей? Я голубей! Врача! Вызовите врача! Скорую! Санстанцию! Реанимацию! Thank you.
туда-сюда. Ще давно вас тут так. Вчера там был один, а сегодня тут много. Вот если бы, например, вчера там было бы много, а сегодня тут один, то... Бабушка, мы празднуем Хану, веселый еврейский праздник. У нас уже есть 8 человек, то есть 8 свечей. Розочка, солнце мое, неси свечки! Двигай поршнями, Розочка. Один, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а должно быть 9 сынов. Как 9? Вы говорили 8. Ну да, 8. Но так 9. А вообще 8. 8 плюс 1 – 9. 9 минус 1 – 8. 2 плюс 2 – 4. А 9-я свечка самая важная. Она хоть и меньше остальных, но зажигает их все. Меньше остальных? Меньше остальных! Мальчик! Кто видел мальчика? Мальчик, мальчик! Кто видел мальчика? А был ли мальчик? Был, был, точно был! Был, да сплыл, видимо. Мальчик, мальчик, выходи! На бурю каца погляди! Был ли мальчик? Мальчик был! Он друзей своих забыл! Он забыл своих друзей! Он гоняет голубей! Кто просит голубей? Приходи же к нам скорее! Мальчик, мальчик! А что это вы тут делаете? Мальчик, мы празднуем Хануку. Хочешь с нами? Ну, можно. Держи свечку. Зажигай остальные.